Дополнительные знаки «Остановка запрещена» нужны, чтобы избежать пробок. На Будапештской улице борются с припаркованными автомобилями. Ежедневно на Будапештской десятки нарушителей. Знаков никто не хочет замечать, зато это место хорошо знакомо эвакуаторщикам. Богатый урожай неправильно припарковавшихся автомобилей здесь собирают ежедневно. Но, как утверждают местные жители, в квартале больше негде оставить автомобиль. Если бы расширить газоны, принято было руководством района либо городской администрации, либо выделить какие-то специализированные места для парковки жителей. Хотелось бы, чтобы городские власти это рассмотрели. В госавтоинспекции даже сочувствуют автомобилистам, но правила едины для всех, особенно в дневное время, хотя некоторого смягчения правил парковки удалось добиться. Планируется на некоторой территории улицы Будапештской установить дополнительный знак «Время ограничения». То есть, скорее всего, в утреннее дневное время будет запрещена остановка-стоянка, а в ночное время люди смогут парковаться. Первые такие знаки уже появились и рассчитаны в основном на местных жителей. Напомним, Будапештская – это трасса дублер Витязского проспекта и Софийской улицы. От ее пропускной способности зависит транспортная ситуация в центральной части Фрунзенского района.